На последней сессии Совета депутатов народные избранники утвердили правила использования водных объектов города Бердска. Новый документ содержит права и обязанности граждан при нахождении на пляже, а также непосредственно в воде. Подробности далее. Речь ведется об использовании водных объектов общего пользования в личных и бытовых целях, например, купание, рыбалка, отдых. Правила уже давно есть, но регулировались они областным правительством. Теперь следить за соблюдением норм будет городская администрация. Одна из задач – предотвратить повсеместную застройку прибрежной зоны. Чем дальше от берега, это все принадлежит уже, вот то, что на территории города Бердска, это принадлежит Бердску. И вот эта территория, чтобы она не застраивалось, чтобы людям соблюдалось и федеральное, и сейчас уже и наше, о том, чтобы допуск к воде был свободен для всех граждан, именно для личных и бытовых. Граждане должны соблюдать правила и нормы. Самое главное и очевидное – запрещается загрязнять береговую зону. Нельзя выбрасывать мусор в воду. Это касается и сброса отходов с маломерных судов. Нельзя самовольно устанавливать или снимать информационные знаки, вывозить песок с пляжей для личных нужд. Также нельзя купаться там, где это запрещено законодательством. Кроме этого, в пределах водоохранной зоны и прибрежной полосы запрещается стоянка и передвижение автомобильных средств. Ну, за исключением только, если есть какие-то места определенные, к примеру, для вывоза мусора или еще для чего-то. Вот. И только по тем дорогам, которые имеют твердое покрытие, вот, и в специальных местах. А так движение. Производить мойку запрещается автотранспортных средств. Тоже это актуально, потому что выезжает на отдых иногда. И тут начинает же мыть свою машину, и все эти масла и грязь сливается потом в воду. За нарушение правил граждане будут нести административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести деяния. Самое мягкое наказание – это штраф в размере 500 или 1000 рублей. Расширен круг лиц, имеющих право налагать взыскание. Добавлены, кроме полиции, вот, инспекторов ГИМС, еще добавились и сотрудники Новосибирска, центр ПГО и ЧС Новосибирской области. Они тоже сейчас имеют право налагать предписания и высылать в адрес рассмотрения на административную комиссию. В Бердске немало проблем, связанных с экологией. В частности, остро стоит вопрос берегоукрепления. Это и другие темы активно обсуждались в прошлом году на форуме «Одна планета, одно будущее» в рамках фестиваля «Сибирская Атлантида». Цель всех этих мероприятий – улучшить экологический фон Бердска, призвать горожан бережно относиться к природе.